чтобы исключить большого скопления людей, в Когалыме экзамен проходил в 3 пунктах. Каждый запускали чуть более 50 человек. На входе обработка рук и измерение температуры. Каждому комплект, состоящий из маски и перчаток. В связи с пандемией коронавируса в этом году большое внимание уделено безопасности, поэтому в аудиториях только максимально допустимое количество детей при соблюдении социальной дистанции. У нас предусмотрена охрана на объекте, у нас будут дежурить сотрудник полиции, у нас сотрудники охранных предприятий будут тут осуществлять допуск в пункт проведения экзамена через ручные металлодетекторы во избежание проноса в пункт проведения запрещенных веществ каких-то. То есть и все эвакуационные пути у нас, в общем-то, свободны. В этом плане все отработано, все стандартно. Подробнее о том, какие еще коррективы в госэкзамен внес 2020 и как прошла проверка знаний по русскому языку, смотрите в вечернем выпуске новостей.